Китайские фонари на чувашской столице. В эти выходные жители Чебоксар собрались вместе, чтобы выпустить в облака сотни огненных светил. Подобные флешмобы в городе пока посвящают романтическим датам. Впервые небесные фонари массово чебоксарцы запустили в День всех влюбленных. Хотя в крупных городах уже на протяжении нескольких лет проводятся масштабные фестивали летающих огней. Картина поистине завораживающая. Убедились в этом и мои коллеги. Короткий инструктаж перед массовым стартом. Запустить в небо китайский фонарь – все равно, что сделать японское оригами. Все по науке. Зажечь фитиль и дождаться, пока бумажная фигура наполнится горячим воздухом. Морозы таким фонарям нипочем. Прервать полет может только сильный ветер. Организаторы рассчитывают все до мелочей. Ветер до 10 метров в секунду. Ну и самое главное, чтобы люди сами знать, как запускать именно правильно. Именно это, когда поджигаешь фонарь, держать его 3-4 минуты. Люди запускают его заранее, соответственно, воздух не нагревается, он летит не в высоту, а бок, его уносит ветром. Когда заканчивается 10-секундный отсчет, огненные светила устремляются вверх. Момент поистине торжественный. Небо над столичным заливом, фонари озаряют долго, на радость горожан. Этот флешмоб организаторы приурочили к Международному женскому дню. Многие мужчины в честь своих половинок к облакам запускали горящие сердца. Ну, красиво, красочно очень. Хочется чего-то такого необычного. Вот как раз флешмоб. И мы решили как бы всей компанией прийти, тоже пустить воздух. В общем, фонарики. Вообще, у китайских фонариков довольно богатая история. Первые упоминания о них появились в летописях, которые описывали военные походы. Это было еще на заре нашей эры. Тогда в небо их запускали для того, чтобы усилить страх во вражеские войска. Сейчас китайские фонарики запускают в мирных целях. В России это увлечение прижилось не так давно. Многие верят, что если вместе с бумажной фигурой отпустить в небо и записку с желанием, оно обязательно сбудется. Конечно, желание же загадываем. И хотим, чтобы эти желания исполнились. Конечно, как вы угадали. Китайские фонари для чебоксарцев пока диковинка. Подобный флешмоб провели только в этом году. Но в ближайшее время в чувашской столице рассчитывают провести и целый фестиваль китайских фонарей. You're beautiful.